Ждем вас на кастинге нового сезона «Мастер-шеф». Региструйся на сайте СТБ. Битва за триумфальне повернення триває. У першому раунді не впоралися з завданням і вдруге покинули кухню «Мастер-шеф» Артур Хаустов і Катя Куліченко. Всі інші змагаються за білий фартух у другому етапі випробування. Учасники, внимание, последняя минута. Все, быстрее, мамочка. У нас была такая ошибка, что мы сразу не включили плиту. Ни она, ни я. Сковородка подогреваться не успевала. Я туда ляп ту рыбу, полухолодную сковородку. Так, рыба греется, и надо накрыть. Кальмары мидии уже готовы. Так я быстренько эти кальмары мидии откидываю на тарелочку, оставляю рыбу. Но она все равно, она подводит нас и все. Давай, соус! Давай, бегом! Соус у нас вкусный, очень вкусный соус. Рыба... Ну вот я положила маленький кусочек рыбы, тот кусочек, который был приготовленный. Рыба не прожарилась. И здесь я даже как-то подумала, как странно, что Нана кладет где-то примерно 1/8 или 1/10 от той порции рыбы, которую мы видели на блюде оригинале. Я понимала прекрасно, что рыбы не хватает, но вкус был изумительный. Участники, внимание, осталось 5. Вытирай, делай красиво презентацию. Андрей, это некрасивая презентация. Она должна быть лучшая. 4. Тихо! Нет времени! 3. Давай, доставай! Презентационную тарелку бегом! 2. Давай, все. 1. Да, все положили, убери. Да. Время. Стоп. Давай. Я вижу, что рыба приготовлена, да. Но ее почти нет. Неаккуратно очень нарезан кальмар. Мидии не очищены вообще. Но. Ну, я знаю, что такое очищенные мидии, я правда? Знаю. И соус. Где соус? Я вижу только лишь горячее масло, растаявшее. Нам, ну, вы все видите. Ой, как же я люблю Нану, на едь домой. У Наны вот так усенький кусочек рыбки. Нана, прощай. Фу, думаю, слава тебе, Господи, едь до дому спокойно, до детей, до мужа. Мне очень-очень жаль. Ничего страшного. Ну вот, я и подвела с этой рыбой всю картину. Ну, что я могу сделать? Вот так получилось. Ну, наверное, так Богу угодно было. А еще тут говорит-то. Еще увидимся. До свидания. Да. Слава Богу, что она ушла, потому что я как бы всегда с ней говорила, от нее шла такая энергия, что я понимала, что если я с ней буду плохо общаться, я найду волосы, завязанные в перья, у себя под подушкой. Поэтому все в коллективе не то, что считают Нану сильным кулинаром, но они ее побаиваются именно из-за того, что она такая какая-то потусторонняя, потусторонний человек. Пустых нет? Нет. Помыли хорошо? Да. Ну что, девочки, рыба вкусная, хорошо приготовлена, шпинат приятный. Оставайся. Спасибо. Ви дуже вправно впоралися зі смаженням риби. Вона вийшла просто бездоганною. Спасибо. Рибка ніжна. Коли ви додаєте вино в соус, дуже важливо випарити його правильно. У вас це вийшло. Слава Богу. Оставайтесь.
Мне очень было интересно наблюдать за Игорем, потому что он отказался от моей помощи. Полной уверенности пришел, что он вообще опять снова победитель мастер-шеф, что он все может. Игорь, смотрите, у нас рыба была не полностью очищена, она была на шкуре. Да. Из-за этого она должна была сохранить сочность. Особо не придал значения, была у вас шкура или не было шкуры. Ну, это грубая ошибка. Вам нужно было полностью воспроизвести блюдо в точности. Неправильно нарезанный шпинат вы взяли. Рыбу приготовили тоже с нарушениями. Ну и гребешки спутать с кальмаром. Игорь, это недопустимо. Я понял. Я сожалею, но вы не справились с заданием. Давайте мне свой фартук. Все, спасибо, достанем. Спасибо. Я с вещами приехал, думал хотя бы китель одеть, чтобы, блин, я был уверен, что я войду в него. И когда, знаешь, вот так вот большую точку поставили, накатилось столько слез, и сейчас, когда за это говорю, малеха, сердце подходит, кропаль, даже теру такая, нерва в сердце играет, больная. Ну, ты шел с одной целью, хотел что-то добиться в жизни, и что теперь будет в жизни, ты не знаешь, как оно будет дальше, не знаю. Ты что, Игорька села? Да не слепо. Да, ты серьезно, мы все видели. Он был в шоке, то есть он, даже сняв фартук, он шел, держался за голову, и он не мог в это поверить. И, ну, ты же меня не взял, ты же решил, что ты большой мальчик, и в очередной раз показал, что ты сам не можешь. Кто займался презентацией? Я делал презентацию. Что это? Не уследил. Я здивований, що ви не знаєте елементарних правил смаження риби. Спочатку її кладуть на бік, ближчий до хребта. А вже потім перевертають на шкірку, аби було легше їсти. До того шкірка тримає форму готової риби. Починають здирати медленно цю шкурку. Я думаю, блін, це, мабуть, як кожа з Клопотенка, тому що ж це його обвиняють. Це ж він мог підказати, як умний кулінар, якою стороною положити лосось. Вона ще й сира, дуже сира. Я взяв на все на свой счет. Когда он ее разрезал и видел красный цвет, я просто, ну, я просто разозлил. Рыба без смаку, шпинат без смаку. Рыба сырой. Андрей. Знімайте ваш фартух. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. До свидания. Андрея выгнали, он ушел. А мне казалось, что я проиграл всем. Что я просто взял и проиграл вот Прокопенко, например. Да, я проиграл Юле Шелудько. Я не смог сделать. Они смогли, а я не смог. Я это воспринял как личное поражение, а не как поражение Андрея. Вот и все. Третий этап. Профитроли сейчас за 7 минут его назовут. Вот так стою на балконе, я говорю, если эти мыши две останутся, ну я им кабины раздроблю, как бы, за Эльдара. Ну, оно надо, и так пацану нет, еще этих чаек обратно сейчас вернут. Вот тут ты там давай, там дома дома продавай, ты там с детьми сиди, у вас есть чем заняться. Зема должен остаться. Дві моїх просто самі лучші подружки і Ельдар. Коли я побачила, що це Тео стається, для мене, я Лені показую, Лена, це був б'ю, не допомагає там взагалі нічому. Ну, Лена, що ж вона не може, понимаєш, вона добрий чоловік. Понятно, що вона їй все допомагала, старалася. Моє любиме блюдо. Тектор нам презентує третю страву, яку ми маємо приготувати. Там гребешки. Гребешки були у сливочному соусі, він був з ванілью. І там було на ньому таке красиве чатні, знаєш, з манго. І воно там було з м'ятою. І там воно було з перцем чілі. Ну, красиво, знаєш, як в ресторані. Реально таке, ну, таке все пушисте, таке ніжне. І хотілося це все з'їсти. Время пошло. Класне блюдо. Но я понимаю, что правильно гребешки приготовить с корочкой, не резиновые, это будет сделать очень сложно. Быстро, быстро тихенько, жаришь. Тихенько. Зараз хай прогреется, мы скоренько их пожарим. Дві тарілки, два таких сотейника, що принесе Леночка. Беру тих три гребішка на дощку солі, перцю. Знаєш, і поставила в мене вже грітися. Думаю, так, кинула вишкове масло. В как
какой-то момент, как я, блин, это проворонила, напиндыкнула эти гребешки вот так сливочного масла. И смотрю, уже гребешки плавают в сливочном масле. Думаю, бляха-муха, корки не получится. Я хватаю эту сковородку. Бегом сливаю в раковину масло. Да ты на масло положила. Там чуть-чуть забагато, пусто. Гребешки еще чуть-чуть даже, ну, влажные. Она их даже не посушила салфеткой, чтобы сейчас корочка появилась. Думаю, блин, все, наверное, капец сейчас будет. Сливочное масло на сковородку с антипригарным. Чуть-чуть только. Чуть-чуть вообще. Его там трошечки надо. И сейчас же режете чили. Всеми фибрами своей души посылала Эльдару месседж, что они сейчас должны собраться. Так, мята, сливочный соус, ты делаешь, да? Гребешки. А гребешки, він положив туди трошки масла. І вони стали, знаєш, трошки як варитися. Я їх отсунула там, де сухо. Соус у нас готовий вже, все отлично. Дивися, він мені нравиться. Що, гребешки, смотри. Вони вже готові, вони чисто так для корочки. Все отлично, ми вроді справляємося. Давай сюда, быстро. Мы начинаем резать, что я же, блин, пальца порезала. Все, хватит, хватит, хватит. Ванильный сироп, вари ванильный сироп, малая. Я смотрю на свои гребешки. Там такие гребешки просто, загляденье. Вот такой прям, вот гребешок из книжки. Вот, а, вот, а, вот так можно было на него два раза сделать. Давай, бери ваниль, бери вино, давай. Кидай все это, кидай вот это все сюда. Подошел момент готовить ванильный соус. Я кидаю ванильную палочку на раскаленную сковородку, да? Куда сливки? Сюда! Сюда! Нет, нет! Последняя минута, давай. Ситечка, давай. Ну и БДСМ же, она же умная женщина. Она принесла с кладовой сливки, я лью эти сливки. И понимаю, почему сливки такие редкие? Давай, мешаем, мешаем. Много налила. Какая же моя чернобыляя, понимаешь, отдаляя. А думаю, что-то ну, какое-то вообще жидкое, что-то вообще не по понятиям сливки текут, ты понимаешь? Хотя думала, что это сливки, что там колдуем, колдуем. И она такая говорит, ты что, дурная? Я говорю, что такое? Говорит, ты вообще мне, говорит, молоко принесла. Я такая, да? Она такая, ну да. Бери за презентационной тарелкой. Лох Петров – это судьба. То есть это про меня. Я понимаю, что где-то у меня такой косяк, такой именно конкретный. Давай быстрее! Сливочный соус молока. Воды налей туда и нормально пойдет. Разбавь белой мукой, загусти, и все будет ровно у тебя. Что вы налепили вообще там? Участники, внимание! Осталось 30 секунд. Я говорю, так, все, не надо расстраиваться. Молоко тоже вкусно, знаешь. Молоко с ванилью, это о-о-о, какое молоко. Давай, все, тихо, тихо, не спеши, ложку, ложку, на вот это насыпай. Мы льем на кленовый сироп, это наше молочко, знаешь. Сверху ставим гребешочки, сверху наложим чатни, пытаемся украсить это уже на последних секундах на отчет Николая. А осталось 5. Давай, давай. Смотрю, чатни, конечно, у нас получилось красивое, с красненьким. Красивый у нас получился соус мятно-сливочный, тоже замечательный. 4. Где мята? Ты все... Мяту, мяту, чуть-чуть мяту. И пока я побежала за мятой, я прибегаю, и это уже клуха. Схватила гребешки, не положила их на салфетку, не вымокала этот жир. И уже ввалила мне туда в соус. 3. Ого! И расплывается вся по красоте нижняя. Потому что там как раз был кленовый сироп, потом белый соус, потом должны были быть гребешки. Стоп! Тихо, стоп. Тихо. Стоп! Ну, я понимаю, что все равно это и мое достоинство. Я говорю, вымакивай хоть сверху. Она уже, ну, а толку, что сверху, если снизу уже пошел жир, все. 2. Вытри вот это вот, вот это вот, вот это. 1. Время. Стоп. Отойдите от ваших рабочих столов. Все, не дыхай. Будь ласка, підходьте з вашими стравами.
Эльда. Эльда. Перше, що кидається в очі, гребінці виглядають дещо блідими. Все інше здається апетитним. В соусі замало ванілі. Можна було класти її сміловіше. Чатні в міру гострий, як і треба. Та головне питання – чи впорались ви з гребінцями? Я відповім пізніше. Так малюха присел. Думаю, все, капец с моими гребешками. Капендрики мне пришли. Чье это блюдо? Наше, мое. У меня очень смешанное чувство было, потому что я болею за Эльдара, но мое достоинство тут тоже присутствует, потому что я помогаю Ире, я не могу ее подвести. Первое, что я вижу, это чатни. Очень крупно. Вы измельчили манго и чили. Нужно было гораздо мельче это сделать. Что касается вашего соуса из сливок, он свернулся. Почему так много кленового сиропа здесь? Ну, значит, это так. Смотрите, я попробовала гребешок и... У меня такое впечатление, что я пробую десерт. Бледное, сладкое блюдо. Не сожалею. Тетяна розкритикувала просто все. Заслужено, так тобі надо. Да. Менше пенти надо колотити, знаєш. Вона прийшла, це тут така, я крута, все, я тут зараз звернуся. Мені там показували отак. Типу, я вернулася, зараз я тут від цієї, от, що ти не ожидала, а я тут от прийшла. Ну, тут та била. Карина, ну что ж, есть золотистая корочка, мне это нравится. Как готовили соус? Ванильную палочку разогрели на сковороде, чтобы она вот потом добавили мы туда. Что? Мы потом добавили туда молоко. Молоко. Угу. Понятно. Балкон. Ми скуштували три страви і зійшлися на думці, що серед них є найслабша. За смаком вона дуже далека від тієї, що запропонували ми вам. Адже вона скоріше схожа на десерт, аніж на легку закуску. Ірина. Это ваше блюдо. Я знаю. Очень тяжело, когда ты уже раз провела человека, да, ты только-только начинаешь где-то отходить, и тут второй раз. Это, конечно, тяжело. Уходит Ирочка, остается БДСМ, я думаю, боже мой, ну давай, господи, я уже просто стою, молюсь, я уже там зажимаю все пальцы, я уже не знаю, что мне, какие мне молитвы читать. Щодо ваших страв. Одна з них дуже близька до еталону, а от інша... Каріно, ви припустилися грубої помилки, коли використали замість вершків молоко. Та ще більша помилка – це те, що ви навіть не спробували виправити ситуацію. Таким ставленням ви не можете повернути собі білий фартух. І все. І моя втора надіжда просто обривається. Лучше бы вообще не приезжали, а то, знаешь, так приехали, подразнились, напомнили о себе, знаешь, заставили все эти чувства, которые были, наружу выйти и ушли. Ну, кто так делает? Взяли и ушли. Ненавижу их. Ни одну, ни вторую.
предупреждаю, что Эльдар расстается, у меня такая гордость, думаю, ЗП мое тут рядышком. Мы тут сейчас с братюней вдвоем порядки наведем этим всем валом, тут распишем вообще, как жить надо по понятиям. Татарин мой любимый, ну рад, все рады очень были его видеть, как бы. Я снимаю этот черт с таким удовольствием, чтобы ты знал. Я ждал этого момента просто, я просто ждал, когда я приду, понимаешь, и некоторых людей просто возьму и выброшу. Чертовой матери с этой проекта. Вот так. Есть у меня тут зубы наточены на пару человек. Эльдар. Спасибо. Ну что, привет? Ну реально, просто, ну... Він його заслужив, чесно. С возвращением. Заслужений білий фартук. І в цьому приймала участь я. Я молодець. Ну, я дуже старалася. Ну, що, ну дійсно, ну, а що, не так? Многие сьогоднішні цілі, мені кажется, я добився благодаря Юлі. Ну, і благодаря себе, не перегибай. Эльдару я очень рада. Я в восторге, что остался он, потому что он достойный. Мы его ждали 2 месяца. Мы знали, что он вернется, мы чувствовали. Боже мой, какие там все были счастливы, какие все довольны, какие все... У меня, наверное, морду перекосило на 380 градусов. Не, ну сколько его не хотел. Он пропустил много чего, что с нами здесь происходило. Он пропустил половину нашей здесь жизни. И умудрился вернуться. Поздравляю. Я понимаю, что у нас 12 человек, мы стоим в одной линии. Эльдар подошел, стал возле меня. Прекрасный день. Твою мать. Дивіться без перерви на рекламу. Побежали, побежали. За телегию время пошло. И... Не надо! Не быстрее ты меня! А ну разошлись, красные! Продуктова лихоманка. Мне хрем-сыр нужен по-любому. Ивинсон, ты не обосрешься от яиц? Нет, не обосрешься. Каждый берет, набирает, что хочет. Полный беспредел. А сахара нет? Нельзя, как забыли купить сахар? Как? Они просят сахар, мы, конечно, им не дадим. Нет, мы ничего не даем. Роздобути цукор с повітря. Вот, это весь мой сахар на все случаи жизни. Сейчас у вас будет командный конкурс, вам нужно будет набрать команды. Катерина, вы победили в первом испытании. Эльдар, вы стали лучшим, вернули себе фартук. Поэтому вы вдвоем и возглавите команды. Очень страшно было, кстати говоря, быть капитаном. Вылетел, считай, первый. Считай, жизни не видел, ну, мастер-шефовской. Знаешь, вот как с годика вырвать и 18 лет бросить. Вот примерно вот так вот. Я понимала, что я имею как бы приоритет над Эльдаром, потому что он-то людей не знает. И тут они начинают, типа, выбирать там. Ну и понеслась там. Королева десертов Наташа. Я знаю, что будут идеальные десерты. Беру своего ангела-хранителя, Юлю. Она мне очень помогла, как бы. И я не мог просто там, эй, ты будешь последняя, нет. Я ее взял первую. Лена. Когда мы с Леной вдвоем, мы слишком яркие. Мы затмеваем просто ее корону. Она нас вдвоем в команду не берет. Мне было бы комфортнее не с Великой в команде. Это просто бешеная истеричка. Юля начала ему шептать на ушко, кого брать. Ну, я же не знаю, понимаешь, мы уже тут больше прожили. Я же, у меня опыта уже больше. Там, давай Клопотенко сейчас будем брать. Клопотенко. Да, берем Клопотенко. Вику мы взяли, ну, логично. Вот, моя рыжуля. Какой же командный конкурс без Жени? Даже бред на вас ловил? Да нечего. Я так глаз кину, там Маринка у меня, Левинзон, Рыжая, Великая и я. Ну как бы команда молодости нашей, да? Ну порядочная команда, все идеальные, всех я их люблю, с ними можно работать. Да я тебе сейчас скажу на вышку. Да хватит. Пожалуйста. Да я сам сейчас. Пожалуйста, ну послухай, ну дай мне сказать, ну пожалуйста, на вышку, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Пожалуйста. Я ему говорю. Юля Прокопенко. Thank you.
Спасибо. Остался Денис и Аня. У нас, судя по всему, судьба уже. Я думаю, Денис, он мне надоел своими бисквитами. И Анечку. Не, нам остается, блин, десерт. Жирный десерт. Конечно, сказать, что я был доволен капитаном. Я совру. А я врать не умею. Очень счастлив. У синяя команда сильнее раз в 6. Я посмотрел на нашу команду. Что мы будем делать, я не понимаю. И тут судьи нам, короче, говорят, что нам выдается в наше подчинение ресторан. На один день вы станете рестораторами. Быть рестораторами – это сложное дело. Думаю, боже, наконец-то моя мечта сбылась, потому что, в принципе, я люблю ходить в рестораны. Я мечтаю иметь свой ресторан. И плюс я хозяйка турфирмы, и я могу там дебет с кребетом сводить. Думаю, вы сумеете обслужить 800... 800 – это сколько ж, как 5 поездов стоит перед нами, оттуда выходят люди, как зомби, еда. Я думаю, как... Я смотрю на нас, налево, на Николая, налево, 800, возьмем он такой. 70 человек. Фу, боже. А, ну так уже ближе к теме, а то мне ж дурно стало. Да все равно 70 много. Не просто 70 человек, когда нас шестеро с одной рукой у всех, всех только левые руки рабочие и все. Ресторан? Але ж ви, напевне, усвідомлюєте, що ресторан не обмежується лише кухнею. Адже це досить складна бізнес-структура. Тому вам сьогодні доведеться бути не лише кухарями. І на меню, і адміністратори, і офіціанти, і посудомойщики. І закупниками. І закупщиками? Це саме вообще ужасна робота на самом деле. Все в одному лице. Я буду калькулятором. Ви відправитесь до супермаркету, в якому знайдете величезний асортимент продуктів широким діапазоном цін. Від найдешевших до найдорожчих. Так ви зможете придбати усе необхідне для приготування вишуканих ресторанних страв. Скільки денег дають на закупку? Скільки мані-мані? У кожної команди буде по 3500 гривен. Очень много. Маловато. 3500 гривен. 3000? Я говорю, сколько? На мой взгляд, это немного, потому что, ну, я не знаю, я дома, допустим, когда иду закупаться, знаешь, я так от души закупаюсь, то есть, как бы, мне вот, ну, мне 3000 гривен даже, ну, мало. Насправді, це не легка робота, адже потрібно віднайти баланс ціни та якості, укластися у певну суму і набрати хороших продуктів. Це один з найважливіших секретів успішного бізнесу, і розумні ресторатори чудово з цим справляються. Нужно, значит, купить подешевле, продать подороже, все понятно. Гроші. Гроші. Капитаны, возьмите ваши конверты. Велика, дай 300. Я займи. Я послезавтра отдам. Чего стоите? Побежали, побежали. Я включаю свою там 71-ю скорость. Бежим. Бежим мы в эту маршрутку. Вот так сижу я. Впереди телочки, сзади телочки. Я именно в гареме. И начинается меню. Левинзонского будет вот так вот. Мое предложение сделать вот на израильского подобия, да? А Левинзон прожила в Израиле, она говорит, нет, вот так вот принято, что вот там вот мы сделаем израильскую кухню. Например, мы выносим, значит, хумус, тарелку такую хорошую, большую на всех, да, ну как бы, и питы. А салатики это будет как приданное, и человек наестся, и потом еще сладеньким закусит. Я плюс, как я решать, я вот я, не знаю. Я за вот такую стратегию. Я предлагаю пересмотреть Наташину стратегию. И тут они как вот так меня всего обкружили, и давай наворачивать, там будем готовить. И этим наедятся. Думаю, когда ты, Левинзон, решила уже, что мы делаем израильскую кухню. Сразу нет, Наташа, мы только думаем. Вы гоните, вы пожалеете.
Левинзон, мои там еврейские бутерброды. Какие еврейские бутерброды? Все, короче, против. Левинзон именно паникер. У меня, знаешь, у меня была такая стратегия. Я понимала, что две команды, они плюс-минус будут готовить одинаковые блюда. Без утиной грудки у нас тут ни один не проходит, ни выездной, ни заездной никакой. Как по мне, знаешь, как бы надоело. Ну. Цезарь смотри, идеальный. У нас будет точно так же, как и у тех. У нас нет, никакой фишки не будет, нет, увидите. Нет, послушайте меня. А Левинзон ее, когда она решила, уже нельзя остановить. Елена, значит, штыки, я вам могу сказать, в той команде типа шикарные блюда. Вот это у нас будет жопа. И мы, значит, с Леной захватили, значит, парму первенства. Хорошо. Я вам честно... Тогда я становлюсь Наташа, на 10. Не хотите, не слушайте. Нет. Если вам мое мнение не интересно, я буду, значит, сама писать, и надутая развернулась, сказала, что она больше в обсуждении принимать участие не будет, но я думаю, и слава богу. Я предлагаю остановиться на Цезаре, на... Я говорю, ребят, давайте вот послушайте меня, я часто хожу в рестораны, давайте делать пасту. Можно сделать пасту в том плане, как мы делали с этим итальянцем. А мы не хотим с инжиром сделать. Инжир дорого. Поэтому мы договорились, что мы будем делать мясную пасту, рыбную. Салат Цезарь, все вышло, как бы я какое меню и хотела, такое я и продвинула. Так ты десерт написала? Да, вот, написала. А на десерт особо никто не хочет. Ну, то есть никто мне, не, знаешь, не поднял руку и сказал, давай я возьму за десерт. Никто не хочет. Ну, ничего, не проблема, как бы я могу, я хочу, я люблю. Нормально. Хотела с тобой концепцию десерта обсудить. Это должна быть красивая подача, да? Давай делать там шоколадный бисквит черный и десерт Павловой. Белое, безе, с кремом, с фруктами. Она сразу согласилась. Нам не надо такие там тортеляки пигать. Я не делаю тортеляки. У нас сейчас будут грибки на десерты, просто несусветнее количество продуктов. Нам надо выходить еще из суммы. Надо из малого количества, ну, подешевле купить, подороже продать. Еще есть сливки вот эти 30%, как у нас. Так, мы они будем очень экономнее. Дорогие. Да, я а есть 20% это, они гораздо дешевле. Нам для хорошо, мороженого не надо. Мы будем смотреть, чем дешевле. Да. Хорошо, хорошо. Мы как бы основные представляем, что мы будем готовить. А потом по мере того продуктов, которые там будут, мы придумаем еще пару блюд, ну, чтобы это не было там просто цезарь или просто паста. Наташа, ты слышала меня? Да. Мы прекрасных не говорим вообще про наши идеи. Вообще не обсуждаем. Давай в автобусе разбирать, и тот же Клопотенко. Ну, здесь важно. Ну, куда ж мы ж без Клопотенко ж не можем жить? Что вы сейчас делаете? Нам нужно придумать меню, потом будем заменять продукты. Ну, что вы такое сейчас? Я понял, что Эльдар не сильный лидер такой, он не будет много разговаривать, поэтому я, в принципе, прикинул уже себе меню в голове. И давай попробуем так. И какая логика? Значит, это будет очень хорошо сделать, как в таких небольших ресторанчиках, сделать два салата, два супа, два основных, два десерта. Все очень просто, то сделаем да, вот я согласна. Составляли меню и говорили, типа, Эльдар, ты согласен? И он такой, да. Ребята, я предлагаю первый салат, вообще классический цезарь, без курицы, не будем париться, все сделаем, нет, отлично. Нет, ну курицу они сделают с курицей. Цезарь, знаешь, у меня вот как чуйка, я прекрасно понимаю, что соседняя команда будет тоже делать цезарь. Вот я прямо как жопой это чувствую. Вот увидите, соседняя команда будет делать цезарь. И принесите мне потом в морду, если они этого не сделают. Ну, а мы еще это сделаем. Ну что? Ну с морпродуктами, а почему нет, бы нет? Да ну здрасте. Я им предлагал с морпродуктами. Не надо. Хорошо. Я говорю, да толстый, заткнись уже, тебя все равно никто не воспринимает. Она будет... Да толстый, заткнись, тебя никто не слушает. Гады. Я хочу предложить тебе просто пасту делать зеленым горошком, то, что мы делаем да, с итальянцем. Да, зеленая. Что, по супам. Давайте так, по супам. Супы. Я предложил, давайте сделаем том-ям. Тайский острый супчик, все сказали, супер, отличный. Пожалуйста, давайте сделаем грибный. Я вас умоляю, вы его будете брать. Юля Шелочко, давай в полуистерическом состоянии. Грибной, грибной, грибной. Я представляю этот грибной суп, думаю, это же будет убожество. Это вкусно, это ресторанная страва. Ну хорошо, ладно, я их уговорила. Робим ему цей грибный суп. Крем-суп – это цвет асфальта. Да подожди, никто не слушает, Денис, не кричи. Бисквит, ганаш, это твоя тема. Сиди от той совету там мовчки. Давайте с десертами разберемся. Да, я сделаю вытяжное тесто. А если нам вообще сделать штрудель? Нет. Говорю, Денис, давай, конструктивчик, что ты будешь готовить? Он такой, я возьму сливки, добавлю карамели, загущу. Говорю, Денис, назови блюдо, Денис. Не мороженое, объясняю, почему не мороженое. Во-первых, мороженое пропитает все коржи, и мильфей свернется. И мороженое само по себе растает. Раз. Ну, а потом я возьму, вот может быть мильфей, вот может быть крем, ну не знаю. И мы сидим все ждем. Мильфей. Давайте, говорю давайте, про да. Мильфей дальше. Мильфей. Вовнутрь мы сделаем крем. Хорошо. Это решили. А, мильфей будет с заварным кремом. Да, не решили. Мне надо утвердили. Какой-то сыр. Типа маскарпоне или что-нибудь еще. Ты прикалываешься? Ну, какой сыр? Крем-сыр. Давай мы
все деньги потратим на десерт. Толстый, тормози коней. Нам дали 3,5 штуки. Ты уже 3 хочешь на десерты потратить, понимаешь? Дешевый крем-сыр, больше мне не надо. Okay. Там он стоит 15 рублей. Предложил им 2 десерта, которые очень выгодно продать. Да, мильфей, это дешево, вкусно и нормально, и красиво. Ну мы типа, окей, утверждаем, мильфей звучит неплохо, заварной крем, ну, звучит неплохо. У нас меню все, все супер, все классно, мы довольны, счастливы. Бежим. Забираем, паспорт свой швыряю. Я хватаю карточку сразу там. За телегию время пошло, и мы как дикари. Я на этой телеге, что на скейте сыплю, Маринка сбоку несется там. Аня, ручку где? Включаю максимальный стиль, смотрю слева от меня Гергес, я думаю, вот щенок, меня чуть обгоняет, но я быстрее. Там охранники разбегаются, люди вот с такими фарами, все варятся. Ни хрена, не быстрее ты меня, медленно! Эти продавцы на нас смотрят, у них вот такие шайбы повылазили, когда увидели этот зверинец в магазине. Ну, лучше бы, наверное, из зоопарка животных привезли, чем на супермаркет. Я была довольна, потому что для меня самый лучший магазин, потому что там есть простор. Туда пошел, сюда пошел. То есть, ну вот магазин, что в Одессе, что в Киеве, что, мне кажется, не знаю, еще где-то, он одинаковый, я знаю его наизусть. Ну, то есть, как бы я знаю, где что расположено, и какой фирмы лучше, какой дешевле, и какой дороже. Ну, то есть, как бы я это знаю уже, понимаешь? И давай мы брать. Мы прибегаем в рыбный отдел. Я бы филе брала. Нет. Ты что гонишь? Ну, давайте жирю по ценам, мы 3,5 тысячи реально не слышимся. То есть Лену было не провести сегодня, она высчитывала каждую копейку. Так, мы помидоры взяли. Помидоры, листья салата. Помидоры. Марина с Гергисом, они набрали кучу черри, довольные стоят. Когда это увидела Лена, она говорит, вы что, с ума сошли? Послушайте, почем черри? Почем черри? Там записано все у Марины. Вы что, сдурели, девки? Давайте возьмем обычных помидор. Черри вот, сумасшедшие Катя, деньги. Они бы накупили вот так, вот так, вот так, крутых товаров. И не понимают, что нам надо из меньших денег сделать больше. Вот эти офигенские помидоры, вот эти. Так а куда ты их в этот, в Цезарь? А чего, какая разница? Ну, это вкусные помидоры. Тоже прибежала Левинзон, потому что кроме Левинзона десертов ничего не существует. О, Левинзон! Левинзон, сколько ты муки взяла? Ты муку взяла, Левинзон? Все взяла. Смотрю, Левинзон награбастала сливок. Я говорю, ты, блин, куда самые дорогие? Куда и жирные сливки? Ну, я не знаю, я другие сливки не признаю. У меня есть вот эти сливки домиком. Вот я их люблю. Ну, мне надо. На косарь гривен сливок набрать. Я ее придушу сейчас. Боже, что я выслушивала, понимаешь? Крики, визги, я говорю, хорошо, знаешь? Я, блин, побежала, поменяла сливки ее на меньший процент, ничего не взбивается, шикарно. Я покупала там супер сливки, они взобьются. Бежим в мясной. Стоп, утки. Выкидываем. И вот именно, как я и говорила, во время покупок и нарисуется меню. Я говорю, смотри, если мы купим утку, мы ноги можем запечь. Грудки порезать, значит, в пасту. И бульон сварим на ней. Да. Сколько берем? 3? 3-4 можно даже брать. Тут уже, значит, наблюдаем. Тут уже красная команда тоже что-то покупает. Что дальше? Печень. А вот грушу я пошел давай, выбирать. Иди грушу. Мы распределили так работу. Никак. Вот так мы ее примерно распределили. Каждый берет, набирает, что хочет, потом будем сверяться. А набирали много всего. Чили взяли, голубику взяли, малину взяли. Бежим мы с Толстым, так хорошо бежим. Что не взяли? Толстый, что мы еще не взяли? Он меня так тает, знаешь, ну как жену свою, ты понимаешь, кулинарную. Мука! Мука! Толстый. Ой!
Давай я пешком пойду. Я тебя Богом прошу. Мы наебнемся вдвоем. Тут тост включает бисквитмена. Сливки, молоко, шоколад, сахар. Это килограмм 10 будет. Раз, два, три, четыре, пять, 10 килограмм. Все, погнали дальше. Ложим 10 килограмм сахара, но я еще пачечку возьму, на всякий случай. Тост, у нас не хватит денег, я тебе отвечаю. Что? Пошли назад. Он брал все, что видел. Все, что неровно лежало. Ему надо было все. И только на десерты. Сливки, молоко. Диночка, и а ну скажите сливки, мне, молоко, где у вас молочная продукция? И крем-сыр, тост, и крем-сыр еще. Извините, хорошо, понял. Куда? Туда? Говорит, так, мне нужен сыр. Я смотрю на цену. Ты что, рамсы попутал, толстый? Ты чё? Крем у меня будет, а на крем надо только такой сыр. Мне крем-сыр нужен по-любому. Бери другой, бери какой-нибудь. Нет, нет. Я на нее смотрю и думаю, вот сказать, что ты долбанутая или не сказать? Вот что мне сделать? Вот я стою и не понимаю. Вот то, что мне работать? Да видала я такой десерт. Я говорю, ты что то у меня, я в тебя говорю, был бы ты моим мужем, уже заколола нас на кровянку. Я сначала хотел ее грохнуть, потом вроде бы у нас все нормально было, потом я опять ее хотел грохнуть, а потом я хотел ее засунуть в морозильник, чтобы она закрыла свой рот. Возьми вон сливки, пока мне здесь не звезди. Где сливки? Вон сливки стоят. Еще бы она сказала пару слов, и я бы это сделал. Я бы вставил пачку масла и засунул бы в морозильник, причем под низ туда, чтобы быстрее замерзло. Вот сливки, ку-ку! Подожди, я считаю, нам 5, нам надо 10 литров сливок. Боже, кого мы кормить собрались? Зачем тебе столько сливок? Зачем тебе столько молока? Экономистка, 10 много, давай возьмем 8. Мы да. Не впишемся в мы не впишемся! Ну, одесская натура. Вот чисто одесская натура. Вот если бы я его не знала, откуда он, вот сегодня бы я сразу сказала, мужик, ты с Одессы. Все, вроде помирились, определились, идем на кассу. Проверяем все наши продукты, ребята, быстро. Толсто чокнутый, тормозите его. Тихо. Я не чокнутый. Тихо, я чокнутый. Тихо. Миксы взяли. Курица. А ну разошлись красные быстро. Отойдите, правда, вы чего гоните? И тут я вижу, что в красной команде действительно происходит какой-то пипец. Есть. Так, Юля, все, спокойно. Как я за такого сделаю? Ты что, дура, там 6 штук. Шелучко там толкает свое. Клопотенко свое. Денис третий. Этот Эльдар стоит с вот такими глазами. Он вообще не может понять, куда он попал. И, может быть, ему лучше поехать было домой. Да его выйти можно, Юля, воно зеленое. Ну, нету другого. Пойди найди, Юля, что ты стелишь? Так, все, выдыхаем все. У нас как-то все сломалось, все пошло не так. Давайте, все, мы собрались для того, чтобы проверить. Вот именно. Юлечка, другого авокадо нету. Еще Юлечка. Раз я говорю. Да. Когда работаешь ресторатором, або працюешь на кухне, ты не понимаешь, что все тоже занимается, это отдельно людина. Это называется экспедитор. А нам надо было, блин, за 2 секунды, понимаешь, стать просто всем. И экспедитором, и закупщиком, и всем, чем можно, понимаешь? Итак, курица 3 килограмма. Да, есть. И получается, ну, как все, понимаешь, через 2 месяца получилось. Мы вот это все нагребли, а я понимаю, что там уже, наверное, 1000 на 6 мы уже взяли, понимаешь? У нас список очень большой, очень разбросан, куча мелких ингредиентов и... Яйца 2 десятка. Есть. Взяли, вот мы взяли, есть. Вам хватит тут на все. Перепелиные 3 упаковки, есть. И мы тоже взяли. Я сказала, яйца. Ничего страшного, мы выложим на кассе, давай дальше. Хорошо. Смотрю, Прокопенко взяла 5 килограмм груш. Смотрю, и Эльдар взял 5 килограмм груш. Смотрю, у нас вообще полный беспредел. Я в шоке. Все, хай, там есть капитан, зараз на кассе будем там уже что-то откладывать, что-то будем это докладывать, я не знаю. Ладно, все, решим потом. Мы заваливаем на кассу, как бы... Короче, набрали 3 тачки, забитые доверх. Подожди, стоп. Это сюда. Хорошо. Левинсон, ты не обосрешься от яиц, нет? Нет, не обосрусь, эти яйца не только мне, между прочим. Базилик и мята мне тоже не нужна, извините. Да. И вот это пробиваем, не пробиваем, что нужнее, что важнее, что, короче, вот такое. Вот. Нет, украшения ну, давай мне для Павловой. Левинсон, я тебя убью. Дешево. Что? Ты зачем все дорогое набрала? Это не дорогое, оно по скидке. Иди посмотри в этом главном холодильнике. Мне не надо рассказывать цены и где что лежит. И не надо мне выбирать, знаешь, это тебе не надо, это тебе не надо. Ты мне не командуй. Ты не капитан мой. Зато самые дорогие. Ну, давай меньше масла, ну угодно. А нет, давайте считать. Сливки вообще не беру, хорошо? Давай не меньше масла. Надо, сливки, надо. Сколько? И в итоге мы перебрали всего лишь на 9 копеек. Да простите нам 9 копеек.
Где ваш директор? 9 копеек. 9 копеек, я вам клянусь. 9 копеек. Ну, девочка на кассе говорит, я вам 9 копеек подарю. Спасибо вам большое. Все. Спасибо большое. Идем все безумно счастливы, потому что это было безумно весело. Я поняла, что у нас очень дружная команда, а с помощью дружбы можно пойти очень далеко. В людях тоже великая. В этот момент я вижу красную команду, которая только пришла на кассу, и там происходит вообще полный пипец. То есть... На кассе у нас всего 3,5 тысячи гривен, и у нас у каждого забиты вот эти телеги. Понимаю, что мы уже просто не попадаем в бюджет. Все. 3100! Пошли туда! 3200! А ты прям как радуешься, да, Эстрю? Деньги у нас закончились, мы не выгрузили еще и половину. Пошли туда и будем что отнимать. Что ты там говоришь? Иди давай отменяй. Так, подождите. И наша стратегия дала сбой, плана Б у нас не было. И я стою и понимаю, что... О боже, что делать? Давайте уберем толстого сыр. Что именно мой сыр? Я говорю, убирайте толстого сыр. Мы тупо у нас возле кассы, вот такая гора, мы тупо того, что не надо. Это не берем, это не берем, это не берем. 3, 4. Они начинают на моем сахаре экономить, они начинают на моих сливках экономить. Но главное, я тихонечко подхожу, успеваю выложить толстого сыр, вообще запрятать его. Успеваю выложить несколько бутылок сливок, коробок, понимаешь? Уже просто смотрю на него, пока он отворачивается, я просто их прячу. Думаю, боже, хоть бы сейчас не заметил, порвет что-то за горелку. Что ты там мне вылаживаешь? Объясни мне, что ты мне вылаживаешь? Что ты вылаживаешь? Ничего, толстенький. Вот и ни хрена я не вылаживаю. Я вообще ничего не вылаживаю. Вот и ни хрена я не делаю. Не вылаживаю. Говорю, если вы мне хотя бы каких-то элементарных вещей не положите, хрен вам, а не десерт. Она мороженое вам, сливки, не надо. Не будет мороженого, толстого, не будет его. Будет один мильфей, все, без мороженого. Нате. Один мильфей? Да, просто один десерт. Прикинь, вот такой бывает. В ресторан один приходишь, десерт. Один мильфей стоит. Один мильфей? Да. Это дебилизм, ты понимаешь? По итогу у нас меню поменялось. У нас остался один десерт, и то я очень в нем сомневаюсь, что он будет, это десерт. Все, Юлечка, мальчик, все. Все, я вас прошу, да. Умоляю. Влезли? Да. Боже, ну, тебе нас убирайте яйца, будем варить. Вообще тупо не то, что мы хотели купили, половина меню неправильного, нету решения, что делать. На секундочку, тоже моральный дух упал, мы начали бежать. Короче, выперлись мы из супермаркета, поперлись в ресторан. Дивіться за декілька хвилин. Нельзя, как забыли купить сахар? Как? Они просят сахар, мы, конечно, им не дадим. Нет, мы ничего не даем. Роздобути цукор з повітря. Вот, это весь мой сахар на все случаи жизни. Понимаешь, что мы вообще тупо аут. Ектор, есть меню. Юлій Цезар проти Катерини Великої. Цезар от Екатерина Великая. Догодити всім. Бігіть і приймайте закази. Жук, жук, жук. Я письмово привчаюся офіціанта. Добрий день, пожалуйста. Ви можете определятися. Я уділю внимание людям, я сразу засервирую вам. Я ніколи не працював з Єцеком, але я взагалі від дежухи, да, далекі. За пара там така на кухні, що просто можна подивитися. І що ви нам посоветуєте? Я говорю, так ну вон хаваніна, говорю, ненормальна, бери, грижуй.